Доброй ночи, Артас. Здрасте. Смотрел «Черные паруса». Люблю «Новый свет» и Джон Сильвер, мой любимый персонаж еще со времен «Острова сокровищ». Спартака тоже. Топовые сирики. В последнее время плююсь. Не могу найти ничего. Посоветуй, пожалуйста, чего шедеврального. Шедеврального? Ну ты загнул. Как бы шедевров очень мало, как я тебе посоветую, что шедеврально. Ну смотри, перечисляю шедевральные сериалы, это первое, что приходит в голову. Вообще все. Prison Break, первый сезон. Lost, первый, второй сезон. Клан Сопрано, Прослушка. Ниптак, по-русски называется «Счастье тела». Оригинальное название Ниптак. Что еще? Вот это вот 5 шедевров, допустим. Просто вот супергоднота, допустим, сериал «Рим». Что еще? Сериал, есть еще один, вот тоже почти шедевр, супер-мега-годнота, называется «Поколение убийц». Generation Kill. Это не убийц, нет, это не убийц. Как-то по-другому перевести можно, наверное. Короче, Generation Kill есть сериал, очень годный. Кстати, многие о нем не в курсе. Если кто вдруг не смотрел сериал Generation Kill, вы просто супер много потеряли. В своем жанре это единственное и лучшее априори. Хотя не единственное, но лучшее точно. Вот, Generation Kill — это военный сериал, но он просто нереально жесткий. Любой военный сериал просто сосет по сравнению с Generation Kill. Там всего лишь один сезон, он коротенький сериал, но настолько мощное просто произведение, просто кайф. Что еще, допустим, из супер жесткого, из шедевров? Из последнего, допустим, что я смотрел. Сейчас я смотрел сериал Mindhunter 2016 года Дэвида Финчера, Сирик. В принципе, такой вот хороший, ну, как бы не супер-супер, но реально хороший, годный. То есть мне понравился. Penny Dreadful, первые сезоны, ну, по-моему, там 4 сезона, вот 3 сезона из 4 реально охуенный. Последний сезон слился, потому что сериал, типа, решили закрывать, и, ну, из этого подслилось. Шедевры сложно советовать. Хуя себе, шедевры ему советуют только. Сложно. Так вот это вот то, что я сказал, Generation Kill, Ниптак, вот эти вот сериалы, это только в оригинале. В переводе смотреть, это, ну, лучше вообще не смотреть. Насладиться по-настоящему шедеврами в любом случае можно только в оригинале. Это, опять же, и как бы относительно к Сопрано, и к Прослушке, то есть вот Сопрано, Прослушка, Generation Kill, Ниптак. Вот эти все сериалы, это только оригинал, и тогда можно по-настоящему насладиться шедевральностью бытия. Сказал я.